Сейчас я покажу, как из положения колена на животе перейти в положение маунт. Так как на сопернике нет ги, мне придется использовать захваты законечности. Например, таз, ноги, руки, шея. Главное быть близко к оппоненту. Для выполнения приема, находясь в положении колена на животе, сначала я должен сменить ногу. В этот момент оппоненту кажется, что я неправильно занял позицию, но наша цель – выйти в маунт. Моя рука, которая лежит у него на шее, должна перейти на ногу, чтобы помочь мне развернуться. Итак, я разворачиваюсь, затем я беру захват за шею и опускаю вторую ногу.